Сегодня 10 июля. На улице ясный жаркий день. Кто смотрел вчерашний выпуск, после того, как была туча, через пару часов небо разошлось. Вновь все стало ясно и солнечно. Температура воздуха где-то градусов 30. Температура воды 25. Люди купаются, загорают, отдыхают. Многие спрашивают, почем на пляже развлечения. Вот смотрите, лежак 300, под навесом 350, зонт тоже 300. Пляж битком. Ну, тут я зашел в пляж у кафе, поэтому здесь народу поменьше. Так что обязательно подписывайтесь на мой канал, смотрите Черное море каждый день, ставьте лайки, оставляйте комментарии, задавайте вопросы. А кто хочет приехать в Сочи, пишите или звоните мне. Ссылки в описании. Есть жилье, прокат, все развлечения с нами. Всем пока!